Нужно прямо сказать, что у нас большие даже не опасения. В последнее время мы все больше и больше становимся в этом уверены, в том, что фактически без чрезвычайной ситуации мы этот отопительный сезон там не пройдем. Потому что на подаче сейчас температурный режим порядка 5-6 градусов, на обратке порядка 40. Дело в том, что этот объем, эти котельные, которые установлены даже в серьезной нагрузке, когда стараются по максимуму топить, такой температурный режим хороший не выдают, необходимый. А на сегодняшний день температура на улице, мы видим какая, и она позволяет, то есть как бы даже нетипично для Забайкалья, достаточно тепло. Как с наступлением морозов, там действительно будет очень сложно. Сейчас губернатор дал соответствующее поручение, мы отрабатываем комплекс мер, в том числе и по эвакуации населения, по решению этих вопросов, потому что боюсь, что мы не сможем обойтись без таких чрезвычайных мероприятий.